Итак, мы начинаем курс лекций по гражданскому праву Японии. Материал и труд подготовлен двумя японскими специалистами Сакая Вагацума и Тору Ариюзуми. Мы хотели бы начать освещать следующие институты гражданского права, такие как договор, иные основания возникновения обязательств, ведение чужих дел без поручения, неосновательное обогащение, деликт, семейное право и наследственное. При рассмотрении этих институтов можно четко проследить их связь с основными общими положениями гражданского права Японии. Знакомство с данными институтами помогает нам и поможет нам увидеть претворение общих принципов и положений японского гражданского права в конкретных деталях реальной правовой жизни. Вместе с тем, в некоторых случаях можно отметить и декларативный характер ряда общих положений. Мы рассмотрим общие положения договорного права и отдельных видов договоров. Следует иметь в виду, что в гражданском праве Японии и некоторых других стран договор действует не только в сфере имущественных отношений гражданского оборота, но и в сфере семейных и личных отношений, таких, например, как брак и усыновление. Договор традиционно рассматривается как вид сделки, согласованное волеизъявление двух или более контрагентов. Авторы материала вновь возвращаются к вопросам свободы договора, которая рассматривалась ранее в разработанных ими материалах. Авторы хотели бы подробно осветить ограничения, установленные законом и основывающиеся на статье 25 Конституции Японии, которая предусматривает обеспечение каждому человеку достойных условий существования. Еще раз, статья 25 Конституции Японии. К реальным ограничениям договора относится обязанность предприятий, занимающих монопольное положение в сфере обслуживания граждан в области электро- и газоснабжения, транспорта, складского дела, а также лиц определенных профессий – нотариусов, врачей, акушеров, медсестер – не прекращать работы без надлежащих оснований и не отказываться от выполнения своих функций. К ограничению договорной свободы относят также право требования возобновления договора, имеющего длительный характер, в частности, аренды земли, жилого помещения и ряда других. Ряд законов предусматривает контроль за ценами, земельной рентой, размерами квартирной платы, размером процентов по денежным займам. Как и в других странах, в Японии на современном этапе большое распространение получили так называемые стандартные типы договоров, в которых монополия устанавливает все условия, а контрагент может только либо присоединиться, либо отказаться от договора. Но поскольку отказ от услуг монополии принесет ему определенные трудности, у него по существу нет реального выбора, и он вынужден подчиняться ее условиям. Широкое распространение таких стандартных типов договоров в ряде стран породило систему автономного законодательства, нередко заменяющего официальное законодательство. В Японии имеется система государственного контроля над предприятиями, обслуживающими население. Ряд законов предусматривает разрешительный порядок создания таких предприятий и контроль над условиями, издаваемых ими стандартных типов договоров. В курсе гражданского права приводятся и другие формы государственного вмешательства в договорные отношения, направленные на защиту экономически слабой стороны. Следует, однако, отметить, что в условиях государственно-монополистического капитализма формы контроля, неудобные для монополий, успешно игнорируются последними, а предусмотренные законом льготы иногда оборачиваются против интересов тех, кого они призваны защищать. Мы рассмотрим полностью все 13 видов договоров, которые регулируют Гражданский кодекс Японии. Это дарение, купля-продажа, мена, заем, безвозмездное пользование имуществом, имущественный наем, договор личного найма,
подряд, поручение, хранение, договор о совместной деятельности, договор пожизненного содержания, мировое соглашение. Эти договоры, однако, не исчерпывают всего круга договорных отношений. Помимо таких, как иногда их и именуют, формализованных договоров, при условии соответствия установленным законам, общественному порядку, морали и так далее, возможны любые соглашения, называемые безымянными договорами. Однако, хотя право Японии не признает замкнутого круга договоров, в подавляющем большинстве случаев на практике они соответствуют одному из установленных типов. Наиболее распространенным видом договора является купля-продажа. В некоторых случаях японское государство пытается устанавливать в отношении отдельных условий этого договора некоторые ограничения. В частности, делаются попытки ограничить цены, установить разрешительный порядок при заключении договора в отношении отдельных видов товаров, например, взрывчатых веществ, некоторых лекарственных средств. Но эти меры, как показывают авторы и практика, применяются лишь в исключительных случаях и не могут ограничить стихийный характер торгового оборота. В отношении регулирования купли-продажи положение японского Гражданского кодекса мало чем отличаются от норм гражданского права других стран. Возьмем в качестве примера договор купли-продажи в рассрочку. Такая, тесно связанная с условиями современного капиталистического оборота форма продажи, широко применяется как в Японии, так и в других странах, ибо ее условия направлены в первую очередь на обеспечение интересов продавца, обычно торговой фирмы. Так, в документе, вручаемом покупателю при продаже в рассрочку, должна быть указана стоимость товара. При уплате наличными и стоимость товара при покупке в рассрочку, из чего следует, что при продаже в рассрочку цена выше, чем при уплате наличными. Право собственности удерживается продавцом до выплаты полной стоимости товара. Нет надобности доказывать, насколько такие условия выгодны фирме и невыгодны покупателю. Важное место в экономике и юридической практике Японии занимает институт займа. Во вступительных материалах были рассмотрены уже причины, обусловившие особое положение финансового капитала в экономике Японии, а значение сделок, предметом которых являются деньги, подчеркивают важную функцию этого института, охватывающего и привлечение капитала крупными предприятиями, и пополнение гражданами недостатка средств к существованию. В части отношений между крупными предприятиями, компаниями, банками и другими лицами договор займа регулируется в значительной мере Торговым кодексом Японии и рядом актов текущего законодательства. Вместе с тем принят ряд законов, направленных на охрану экономически слабых заемщиков. Существуют законы об ограничении судного процента, о контроле за капиталовложениями, депозитом и процентами, о временных мерах по регулированию процентов и другое. Специальный закон регулирует ломбардные операции, однако все эти законодательные акты не могут противостоять волне спекуляций на денежном рынке, различного рода финансовым махинациям и аферам, систематическому обходу законов. Большое социальное значение имеет и договор найма, действие которого охватывает различные области жизни общества. К нему относятся аренда земли, наем жилых помещений, право передачи в пользование. В отношениях найма наглядно проявляется противоречие между собственником, получающим вознаграждение только за то, что он является таковым, и нанимателем. Особенно острое положение сложилось в сфере аренды земли, при которой арендатор вкладывает в свой труд и свои средства, имея лишь ограниченное и не всегда защищаемое право на имущество, не принадлежащее ему. Исторически сложилось, что закон в первую очередь охраняет интересы собственника. Известно, сколь сильные социальные бури проносились по разным континентам вследствие борьбы тех, кто обрабатывал землю, за право на нее.
И в Японии закон до сравнительно недавнего времени охранял в первую очередь права земельного собственника, что в известной мере было закреплено и в Гражданском кодексе. Наниматель практически в любой момент мог лишиться арендуемой недвижимости без какой-либо надежды на возмещение вложенных им в нее средств и труда. Несоответствие подобного положения изменившимся условиям, острая политическая борьба определили необходимость развития законодательства, охраняющего права нанимателей, особенно в отношении аренды земли. Начиная с 1909 года в Японии был принят ряд законов, закреплявших известную стабильность положения арендатора, возможность возвращения вложенных в арендуемую землю средств и иное. Аналогичные процессы расширения прав арендаторов, непосредственно использующих землю для сельскохозяйственного производства, характерны и для ряда других стран, ибо представляют собой одну из форм адаптации отношений в сфере сельского хозяйства к современным условиям государственно-монополистического капитализма. Тоже в известном смысле относится и к попыткам государственного регулирования отношений жилищного найма, в особенности квартирной платы, сходные с принятыми в Японии законы, изданы и в некоторых других странах. Однако опыт показывает, что в условиях капиталистического общества они крайне малоэффективны. О близости японского законодательства к законодательству других стран свидетельствует и применение к найму строительной техники и другой движимости норм, объединяемых даже в терминологическом отношении понятием лизинг. В системе договоров авторы выделяют четыре их вида, объединяемых общим понятием договоров о выполнении работ. Договор личного найма, подряд, поручение и хранение. Содержание данных видов договоров относится к трудовой деятельности одного из их участников. Наиболее полный трудовой характер отношений проявляется в договоре личного найма, где основные участники – работодатель и работник. В остальных трех видах договоров трудовые отношения выступают элементом комплексных взаимоотношений контрагентов. По договору подряда подрядчик, выполняя требования заказчика, сам организует свою деятельность, отвечает за готовый результат, а иногда и за материалы, комплектующие изделия. Еще менее наглядно выступают трудовые отношения в договорах поручения и хранения. Авторы справедливо отмечают, что в некоторых случаях трудно разграничить эти виды договора. Так трудно установить, к какому договору можно отнести работу на условиях сдельной оплаты, особенно если работа выполняется на дому, к договору личного найма или к подряду. Включение в Гражданский кодекс Японии договора личного найма представляется в настоящее время известным анахронизмом. Активная борьба привела к созданию трудового законодательства, регулирующего широкий круг отношений. Возникло понятие трудового договора, признанного особым видом договора. Выделилась самостоятельная отрасль трудового права. Ряд законов регулирует применение труда, его условия, возмещение вреда в результате промышленного травматизма, пенсионное обеспечение и иное. Специальные законы обусловливают положение и деятельность профсоюзов. Авторы признают, что практически все аспекты личного найма перешли в сферу трудового законодательства и рассматривают лишь те вопросы, которые непосредственно связаны с договором личного найма. При этом, основываясь на законодательстве, они рисуют на первый взгляд весьма оптимистическую, картину регулирования трудовых отношений. Однако следует иметь в виду, что реальное положение далеко не всегда соответствует модели, установленной японским законодательством. Всего лишь треть японских рабочих состоит в профсоюзных организациях. Очень многие мелкие предприятия, соблюдая требования закона, не могли бы сохранить конкурентоспособность и поэтому постоянно нарушают установленные нормы закона.
Кроме того, закон, в том числе и нормы Гражданского кодекса, не обеспечивает главного установления гарантий стабильности трудовых отношений. Ряд норм регулирует расторжение договора личного найма как при установлении определенного срока, так и при неопределенном сроке. Перечень оснований для прекращения этих отношений по требованию нанимателя достаточно широк. А если договор был заключен без определения срока, то для этого вовсе не требуется надлежащих оснований. Подобный подход к решению вопроса в условиях капиталистической японской экономики с ее постоянно увеличивающейся резервной армией безработных просто неизбежен. Другие виды договоров также во многом сходны с соответствующими традиционными договорами Гражданского кодекса. Вместе с тем, в них отражается особое место, занимаемое денежными обязательствами. Так, договор хранения рассматривается главным образом в связи с денежными отношениями, принятием банками денежных вкладов, хранением денежных сумм в связи с иными отношениями, управлением имуществом, семейными отношениями и так далее. Многочисленные законодательные акты направлены на обеспечение интересов вкладчиков банков и других финансовых учреждений. Эти вклады рассматриваются как договор хранения с обезличением. В русской дореволюционной юридической литературе это называлось иррегулярной поклажей. К основаниям возникновения обязательств помимо договора относятся ведение чужих дел без поручения, неосновательное обогащение и деликт. В связи с ведением чужого дела без поручения возникает право на возмещение издержек. Однако японский законодатель не слишком поощряет такую деятельность. Ведущий подобное дело имеет право получить возмещение понесенных им издержек, но не может требовать возмещения процентов на издержки, а также понесенного при этом ущерба. Не отличается существенными особенностями положение Гражданского кодекса Японии и по вопросу о неосновательном обогащении. Более подробно Гражданский кодекс регулирует деликтную ответственность. Здесь можно обнаружить известное влияние французского Гражданского кодекса. Гражданский кодекс Японии устанавливает общее правило об обязанности лица, причинившего вред с умыслом или по неосторожности, возместить его. Вместе с тем предусматриваются специальные случаи ответственности. Ответственность лица, осуществляющего надзор за недееспособным, за вред, причиненный последним. Ответственность собственника строения, послужившего причиной вреда. Ответственность владельца животного, причинившего вред. В этих случаях требование наличия вины как основания ответственности существенно смягчается. Однако в условиях технического прогресса деликтное право Японии, так же как и французское, подверглось значительным изменениям. Вопросы возмещения вреда, причиненного на предприятии, регулируются нормами трудового права. В ряде случаев, особенно при использовании современных средств транспорта и других видов техники, ответственность устанавливается независимо от вины. Ряд норм о возмещении вреда установлен законами, принятыми в конце 60-х годов XX века в связи с охраной окружающей среды. Во всех случаях загрязнения атмосферного воздуха, воды и других видов ущерба, причиненного окружающей среде, ответственность предусматривается независимо от вины. На предпринимателей возлагается обязанность создавать специальные фонды для непосредственного возмещения вреда, причиненного пострадавшим от загрязнения окружающей среды. Изменения деликтного права нередко противоречат традиционным положениям о его соотношении с договорным. Речь идет о так называемой ответственности производителя – product liability. Дело в том, что в условиях научно-технической революции применение новых видов товаров, изменения в технологии производства, замена рецептур при недостаточной проверке ближайших и отдаленных результатов бывают связаны с причинением вреда, могущего иногда принять характер катастрофы,
Так, известны случаи массовых отравлений непроверенными лекарствами, пищевыми продуктами и так далее. В условиях капиталистической японской экономики, когда каждый производитель максимально заинтересован в скорейшем использовании новинки для получения сверхприбыли, надлежащая проверка безопасности новых средств далеко не всегда обеспечена, поскольку возможность предварительного контроля на стадии производства причастной собственности на средства производства практически исключена. Поэтому законодательство и прежде всего практика ряда стран пошли по пути признания института ответственности производителя. Если вред причинен вследствие приема лекарства, пищи, использования предметов техники, новой конструкции и так далее, то ответственность за него несет не продавец, лицо у которого данные предметы были куплены, а производитель. Предприятие, которое и выпустило данную продукцию, разработало чертежи, схемы и так далее. Судебная практика иногда распространяет эту ответственность даже не на производителя, а на того, кто продал лицензию на производство такой продукции. Подобная ответственность производителя признается деликтной. Авторы отмечают, что при решении рассматриваемого вопроса японская наука частного права испытала значительное влияние иностранных научных доктрин, судебной практики и законодательства, что отразилось и на японском законодательстве. В нем различается ответственность за конструктивные дефекты, за производственные недостатки и за дефекты указаний по использованию продукции. По мнению авторов, в отношении товаров массового спроса такая ответственность должна возлагаться независимо от вины. Таким образом, и в гражданском праве Японии происходит процесс расширения деликтной ответственности за счет договорной ответственности. Гражданский кодекс Японии регулирует и семейные отношения, посвящая семейному праву специальный раздел. В этой области в наиболее значительной мере сказываются исторические условия развития семьи, что неудивительно, ибо развитие сферы личных отношений в гораздо большей степени подвержено влиянию традиций, сложившихся стереотипов, чем другие сферы жизни общества. Для семейного права Японии было характерно длительное сохранение большой семьи, глава которой обладал особыми правами в отношении других ее членов. С экономическим и политическим развитием японского общества большая семья распалась. В настоящее время основной является нуклеарная семья. Однако некоторые следы стереотипов, сложившихся в большой семье, можно проследить и в современных условиях. Японское право устанавливает широкий круг родственников, каковыми считаются кровные родственники до шестой степени родства, супруги, свойственники до третьей степени родства. Родство влечет за собой ряд правовых последствий, различающихся в зависимости от его степени. Так, обязанность взаимной помощи возлагается на кровных родственников по прямой линии и совместно проживающих родственников. Право подачи заявления о признании недееспособным или ограниченно дееспособным имеют родственники до четвертой степени родства. Все родственники имеют право требования аннулирования брака или усыновления, право требования лишения родительских прав, назначение или отстранение от должности опекуна, попечителя и так далее. Уголовное право и процесс устанавливают для родственников ряд изъятий в случаях уголовного преследования. Такие же изъятия присматриваются и уголовно-процессуальным, административным, трудовым, налоговым и другими отраслями права. Современное семейное право Японии существенно изменило прежний стереотип семьи. В большой семье все вопросы решал ее глава. Женщины, входившие в семью, были неравноправны.
Современное законодательство, основываясь на японской конституции, упразднило старую семейную систему и установило равенство прав мужа и жены, что и было закреплено в новой редакции Гражданского кодекса. Правда, авторы отмечают, что, несмотря на это, многие отношения в семье регулируются обычаем и нормами морали. Гражданский кодекс же устанавливает лишь некоторые наиболее важные положения. Равные права супругов при выборе общей фамилии, обязанность совместного проживания, сотрудничество и взаимной помощи регулируют имущественные отношения. Такие положения новой редакции Гражданского кодекса, как равенство прав и обязанностей супругов по совместному проживанию, сотрудничеству и взаимной помощи, по сохранению супружеской верности, определение общего места жительства супругов по их взаимному согласию, определение общей фамилии, которой может быть либо фамилия мужа, либо жены, сторонами в момент заключения брака существенно меняют складывавшиеся веками традиции. Имущественные отношения супругов могут быть определены в брачном договоре, но, как указывают авторы, случаи заключения таких договоров очень редки, и при их отсутствии закон исходит из раздельности имущества супругов. Однако в отношении третьих лиц в определенных пределах признается принцип солидарной ответственности супругов. Современное японское право предоставляет супругам широкие возможности в отношении развода. Если они оба согласны, то приведение ими каких-либо оснований не требуется. При наличии несовершеннолетних детей в заявлении о разводе должно быть указано, кто из супругов будет осуществлять родительские права в отношении ребенка. В заявлении о разводе может быть указано, как стороны соглашаются разделить имущество, но если таких указаний нет, это не препятствует разводу. Предоставляя широкие возможности развода по соглашению сторон, закон устанавливает также основания для признания недействительности развода. Таким основанием может быть обман или принуждение, а также отсутствие у сторон подлинной воли к разводу. Закон признает также фактический развод. Если супруги пришли к соглашению о разводе, проживают раздельно, но не подали соответствующего заявления и семейная жизнь действительно ими прекращена, фактический развод имеет те же последствия, что и обычный. Если стороны не пришли к соглашению по поводу развода, один из супругов может предъявить в суде иск. Для развода по суду закон устанавливает формальные основания, такие как нарушение супружеской верности, недобросовестное оставление, отсутствие сведений о лице в течение 3 лет и более, неизлечимая тяжелая душевная болезнь, наличие других причин, делающих невозможным продолжение брака. Следует отметить, что закон и юридическая практика признают фактический брак, при котором не было свадебного обряда или соблюдения иных формальностей. Однако имеются фактически сложившиеся семейные отношения. Фактический брак влечет за собой в основном такие же последствия, что и надлежащие оформленные. Признавая фактический брак, закон вместе с тем различает законорожденных и внебрачных детей. Такое различие относится прежде всего к возможности для ребенка принять фамилию отца. Внебрачный ребенок обладает наследственными правами в отношении отца, однако его наследственная доля меньше, чем доля детей, рожденных в браке. Родительские права в отношении ребенка, рожденного вне брака, принадлежат матери. Однако отец может, не вступая с матерью в брак, признать ребенка и нести отцовские права и обязанности. Закон допускает и судебное установление отцовства. Последний раздел Гражданского кодекса посвящен наследственному праву. В этой области также произошли существенные изменения в связи с переходом от большой семьи к нуклеарной. По старому законодательству все имущество переходило по наследству к старшему сыну, который становился таким образом главой семьи. В настоящее время наследственное право отражает новый этап семейных отношений.
В праве Японии, как и в праве других стран, различается наследование по закону и по завещанию. Однако японская теория гражданского права рассматривает завещание как особый акт, порождающий определенные права и обязанности, но не превращающий управомоченное лицо в наследника. Как пишут авторы, лицо, названное в завещании, приравнивается к наследнику, но не становится им. Единственным основанием наследования является, таким образом, как природное кровное родство, так и установленное законом в случае усыновления. Однако в конкретное изложение авторы включают и в наследование по завещанию. Действительно, порядок принятия наследства, раздела имущества, ответственности по долгам наследодателя и ряд других положений в равной мере относятся как к наследникам по закону, так и к тем, кто был указан в завещании. Закон устанавливает три очереди призвания к наследованию. В первую очередь входят как родные, так и усыновленные дети. Следует, однако, отметить, что усыновленные дети сохраняют наследственные права и в отношении своих кровных родителей. Во вторую очередь призываются родители умершего, в третью очередь братья и сестры. Особое положение занимает переживший супруг. Он является, если можно так выразиться, скользящим наследником, то есть наследует вместе с наследниками той очереди, которая призывается к наследству. Таким образом, он не отстраняет никого из наследников, но получает причитающуюся ему долю. При этом, чем дальше очередь призываемых к наследству, тем больше доля супруга. Если наследуют дети, призываемые в первую очередь, доля супруга составляет половину. Если призываются наследники второй очереди, родители, доля супруга – 2/3. Если призываются наследники третьей очереди, братья и сестры, то доля супруга составляет 3/4. Действительный круг наследников шире, чем лица, перечисленные выше, поскольку закон устанавливает наследование по праву представления. Такое право носит довольно широкий характер. Так, если кто-либо из детей наследодателя умер до его смерти, то внуки по праву представления могут получить ту долю, которая причиталась их умершему родителю. По праву представления могут наследовать и племянники, если к наследству призывается третья очередь, и кто-либо из братьев или сестер умер до смерти наследодателя. Его или ее дети также могут наследовать по праву представления. Наследники приобретают те имущественные права и обязанности, которые принадлежали наследодателю. Не переходят по наследству те права и обязанности, которые носили личный характер и были непосредственно связаны с личностью умершего. В соответствии с законом, наследник или наследники, принявшие имущество, отвечают полностью по обязательствам умершего. Вместе с тем допускается принятие наследства с оговоркой о том, что наследник несет ответственность по обязательствам умершего только в пределах полученного в наследство имущества. Если такая оговорка не сделана, то наследник, принявший наследство, отвечает по всем обязательствам, в том числе и своим личным имуществом. Для того, чтобы не оказаться в таком положении, наследник может либо отказаться от наследства, либо принять его с указанной оговоркой. Закон оставляет наследникам широкую возможность в соответствии с долей каждого самим распределить наследственное имущество, организовать его охрану, обеспечить выполнение обязательств. Если наследники приняли имущество, то никаких мер по его охране не устанавливается. Иное дело, если не выяснено, существуют ли наследники и примут ли они наследство. Имущество в этом случае рассматривается как юридическое лицо, и семейный суд по требованию заинтересованных лиц или прокурора назначает управляющего наследственным имуществом, который в течение установленного срока обязан известить кредиторов и других заинтересованных лиц.
При неявке наследников по истечении 6-месячного срока имущество переходит либо к близким наследодателя, проживавшим вместе с ним, например, к фактической жене, либо к лицам, хотя и не проживавшим, но осуществлявшим попечение и уход за ним. Если требований со стороны этих лиц не было и семейный суд не указал лицо, которому должно быть передано имущество, то наследство переходит к государству. Как указывалось выше, завещание рассматривается в качестве односторонней сделки. При этом завещатель может отстранить от наследования тех или иных наследников по закону, установить иные наследственные доли, чем предусмотрено законом, определить лиц, которым оставляют имущество, хотя бы они не входили в число наследников по закону. Завещатель может также установить способы раздела наследственного имущества, указать лицо, которому поручается раздел, запретить раздел имущества. В отношении завещания применяются общие правила относительно условий действительности сделки. Гражданский кодекс устанавливает такое положение об обязательной доле некоторых наследников по закону. Право на обязательную долю предоставляется наследникам первой и второй очереди и пережившему супругу. Закон не устанавливает каких-либо дополнительных условий для признания права на обязательную долю. Для того, чтобы в максимальной степени обеспечить право на обязательную долю, закон устанавливает, что совершенные при жизни наследодателя акты дарения имущества могут быть признаны недействительными, если окажется, что они уменьшают обязательственную долю. В состав имущества умершего включается и то, которое было подарено другим лицам перед смертью наследодателя. Наследственное право Японии отражает экономические условия современного развития страны и вместе с тем несет на себе следы сложившихся обычаев и традиций. Вместе с тем следует отметить, что в ряде случаев решение многих проблем несет на себе следы и давних традиций, так и следы некоторых гуманных, устоявшихся в веках народных обычаев. Большую роль в положительном развитии гражданского права играет Конституция Японии 1946 года, закрепившая ряд демократических гуманных принципов.